Всем привет, друзья! Из-за признания такао и долгосрочного оптимизма по поводу тенденции повышения NFT, пользователи могут представить свои такао и NFT для получения дохода такао. У платформы такао множество партнеров, в том числе и BakerySwap, где представлена коллекция Masterminds of Hip Hop. Это первая коллекция NFT, созданная первооткрывателями хип-хопа с участием культовых музыкальных исполнителей и легенд хип-хопа. Masterminds of Hip Hop стремится вернуть, отметить и поддержать оригинальных музыкантов, которые помогли создавать многомиллиардную индустрию того, что сейчас называется хип-хопом. Представлена коллекция Masterminds of Hip Hop на BakerySwap, сотрудничая с платформой Takao. Платформа Takao закрепляет один или несколько активов NFT знаменитости, основанный на значении закрепленного NFT, набор NFT с облигациями, с определенным номером, ценами и правилами изменения. Пользователи инвестируют определенное количество токенов в Takao в качестве залога, чтобы получить право собственности на облигацию и использовать ее для установления отношений со знаменитостью и получения совместной прибыли. Доход будет разделен между пользователями и знаменитостью в согласованной пропорции. Если NFT Eternal Bond будет успешно продан в течение периода залога, прибыль от премиальной части будет разделена между всеми держателями облигаций и знаменитостями. Со временем NFT с разной степенью дефицита в облигации будут случайным образом отправляться пользователям в качестве дополнительных вознаграждений. Пользователи также могут передавать свои собственные облигации другим пользователям для получения премиального дохода и всех процентов, а выгоды от облигаций будут переданы покупателям. Облигации бывают разных сортов. Начальная цена подписки для каждого уровня облигаций разная, и соответствующая годовая норма прибыли также отличается. Пользователи могут укреплять свою связь со знаменитостью, постоянно пополняя свой залог такао на облигацию. Пользователи также могут обновлять свои облигации, постоянно делясь динамикой своих облигаций со знаменитостями в социальных сетях. Вдохновители хип-хопа NFT, которых курируют Snoop Dogg и Russell Simmons, совместно такао и FAB, выпущены на BakerySwap в качестве Mystery Box. Вдохновители хип-хопа NFT являются первой коллекцией NFT, которую создали для хип-хопа. Это первое сотрудничество Рассела Симмонса в криптоиндустрии. Эксклюзивная серия Masterminds Hip Hop NFT выходит сегодня на NFT, PAB и BakerySwap в виде Mystery Box в 13.00 по UTC. Masterminds Hip Hop представляет уникальные записи и художественные работы множества художников, которые помогли создавать хип-хоп. В качестве NFT будет отчеканиваться часть истории хип-хопа. Все их можно приобрести на BakerySwap. BakerySwap представляет собой децентрализованный протокол автоматизированного маркет-мейкинга, который работает на Binance Smart Chain. С каждой сделки взимается комиссия в размере 0,3%, из которой поставщики ликвидности получают 0,25%, а остальные 0,05% преобразуются в токен BAKE и используются для вознаграждения держателей токенов. Сейчас торговая площадка быстро выросла с более чем 1 400 000 транзакций и 500 тысяч монет, а также наблюдаются самые высокие продажи, такие как транзакции NFT комбо на 400 тысяч долларов в июне. Итак, как же купить данный NFT? Переходим по ссылке в описании и подключаем свой кошелек. Выберите вариант «Купить» и подключите. Тогда вы попадете в коллекцию Masterminds of Hip Hop NFT. Каждая коробка – это случайный выбор одного из 8 NFT. Можете покупать и обмениваться с другими фанатами на BakerySwap Marketplace. Можете проверить и предварительно посмотреть свой NFT в личном центре сайта TakaoDeb. Masterminds of Hip Hop NFT Collection. Набор 1 будет доставлен в общей сложности тремя отдельными блоками. Все три набора будут завершены до 9 октября 2021 года. Даты 2 и 3 будут сообщены дополнительно. Каждый пользователь, собравший все 8 уникальных NFT для первого дропа, получит право на выигрыш $2000. Чтобы принять участие, отправьте электронное письмо на адрес, как только вы соберете все 8 NFT для первого дропа. Почту я укажу в описании, это нужно сделать до 15 сентября. Такао выберет одного победителя для розыгрыша первого дропа 21 сентября 2021 года. Что ж, друзья, на этом у меня все. Если вы заинтересовались этим проектом после моего обзора и хотите подробнее изучить данный проект, то специально для вас, мои любознательные друзья, все ссылки оставлю в описании под этим видео. Также оставляйте свои мнения по этому проекту в комментариях. Мне будет очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Я с удовольствием прочту все ваши мнения и буду рада любому общению. Также подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех событий и самых свежих новостей криптомира. Увидимся в следующем обзоре. Пока-пока!